Итак, суперакадемик. Ну и попробуйте. Вот наберите академик. Вот, и узнаете, что такое настоящий академик. Он увеличен минимум в 2 раза. Вот. Как? Это уже другой вопрос. Сейчас со смехом расскажу. Супер королевский. Ну, это сейчас прям плоды из этого, из погреба. Но у меня есть что показать. Супер бай. Вот он. Почему супер? Он тоже увеличен в 2 раза. Вот. Вот это вот серафим я снял как? Это я супером не называю. Это обычное дерево. Это фотография украдена этими самыми десятками сайтов. Можете сами. Наберите серафим, увидите его. Вот. Так, но дело вот в чем. А вот он супер серафим. Вот. И вот еще кое-что скажу. Ну, в общем, убедились, да? Вот он. Смотрим дальше. Супер мичуринец. В 3 раза увеличился. Тайну вам открыть? Да я уже толдычу об этом 20 лет. Но 20 лет науки уже все должно. Они еще и морозостойкие, понимаете? А такие плоды, Елена Александровна Савинич, вместе это самое, возле этого дерева стояли, я ей показывал, рассказывал, руками водил. Ну, стою, говорю, ну набирки, мичуринск, все так же, было 30 грамм. Еще позапрошлым 30, я прошлым взяла и стала вот так. Ну, это же интересно, это не единичный случай-то. Смотрим дальше. Супер поздний филиппио, 110 грамм. Так, теперь внимание. Значит, вы скажете, где-то мы у науки доставали. Вернемся, я не могу успокоиться. Фактически чуть ли не воровство. Смотрите, если я просто говорю, я достал Минусинского ОМОН. Помните там красивую фотографию? Я у них купил, вот подтвердилось, там черенок купил, саженец купил. Подтвердилось это. Я просто скромный посетитель. Но я-то называю себя автором, понимаете, вот этой фотографии. Я себя автором называю. Значит, получается, ваше обвинение в воровстве. Вы меня, выпускница Тимирязевки, обвинили в воровстве. Потому что я сказал, что это мое. А на самом деле это ученые. А за это за базар надо отвечать. Вот. Понимаете, какое расхождение? А вы ученых, скажите, ну-ка, звонит мне Иванов, звонит мне Петров и звонит мне Сидоров, ученые. Все три, допустим, доктор говорит, это я, а второй говорит, это мое, а третий мое. 20 лет тишина. И вот смотрите, а это не мое. Вопрос был задан Володе Филиппову, моему другу. Володя, ну это чудо, откуда у тебя взялось? Мы такие ученые, но это наш козырь, это наша прелесть. Мы любим прикалываться, я люблю. Почему? Потому что я же не развожу руками. Ну, ты это, а он вот так руками развел и говорит, ну, взял, привил обыкновенный, ну, получился такой. Ведь, ну, вот так, вот понимаете, вот смотрите на меня, вот он так стоял. Вот это и вся наука. Ну, мы-то практики, самое главное потом спасти было это, я спас. Это единственное дерево у него было, сейчас не знаю. Сейчас вот есть у Чернобаева, у меня, по-моему, есть даже у этого Тотарова. Ну и ладно, поехали дальше. Итак, суперкрупноплодный железово. Вот смотрите, я привез с Украины. Ну, допустим, скажете, не, это все-таки вот хозяин, вот в ее руках, это этот самый наш великий Боднар. Да, это я придумал ему, не придумал, а назвал великим первый и, к сожалению, последний. Вот. Но я клянусь памятью друга Бориса Ильича Боднара, клянусь его памятью. Он в руках держит абрикосы, выросшие из моего черенка, который я привез с Украины. Единственное, даже где-то извини, мелкие, потому что это урожай был огромный. Вот так было дело. То есть опять мое. Вот. Супердесертный Филиппиево. Вот второй Филиппиево. И опять происхождение, а черт его знает, да? Он еще не дотягивает, тут где-то 90 грамм, ну, чуть-чуть. Ирина Александровна, 3 поколения, будет 120. Готовы? Супер поздний Филиппиево. Вот. Ой, пианиста. Вот. Я сказал, что он мой? Нет.
Но моя задача, а теперь она ваша задача, а на балконе лежат черенки, вот, спасти вот это все. Единственное дерево у Филиппио, единственное дерево у пианиста. Это что? Это на всю страну. Это не шутки. Это совершенно другие качества. Твердый, твердый, твердый. Косточка аж чуть ли не бренчит. Представляете? Особое качество. И вот получается так. Ваулин у меня, а не я у него. Барнаул у меня, а не я у него. Так. И теперь получается, что еще? Дальше мы перейдем к нашей любимой кунсткамере. Вот. Я не знаю, оправдался я или нет, что я не вор. Или не оправдался. Что-то привозил с Украины. У меня еще есть этот самый. У меня шалах есть. Еще сюрприз вам готовлю. У меня шалах есть. Вот. Раз. Потом, ой, долго говорить. Есть еще кандидаты, вот так же, как вот этот. Вот. Видите? Это кандидаты в суперы. Ну, да я не знаю, 90 грамм. Разве нельзя назвать супер? Ладно. Расстроился я, конечно, когда они меня по морде. А мне приходится быть ласковым. Девчата, переходите на нашу сторону. Ведь там ничего хорошего нет. Доказывать до бесконечности, что надо сорт А с сортом Б скрестить. Но не выйдете вы из этого самого, из этой рамки. Из этой, как ее называют, тюрьмы. На волю надо. А когда много абрикосов в деревьях, вот как у нее. У нее одно взяло, она пишет Людмила из Калининграда. Ну, оно взяло и это. Одно резко увеличить. Ну почему одно из всех? Да потому что у меня такие же случаи. Это, еще раз, выводы. Чего не хватает? Выводов не хватает. Это невозможно предсказать. В трех фильмах доказано, что это мое. Задокументировано, да? Я ждал таких. Вот его это, родитель. Я ждал таких. Нет. Ну а получил, получил. Почему? Самая главная наша задача – это испытывать все, что берет голову. Брать будем количеством. Вот. Если еще студенты действительно будут по такой системе работать сперва, не обязательно. Они могут в Калининград смотаться. Они могут на это, где кто-то у меня узнает, где-то как-то. Вот. В каждом районе могут быть свои. Ведь Алексей Виноградов, привет. Это ж вы там это у себя в Сызрани нашли несколько раритетных деревьев, старых, которые еще, может, уже не спасти, но веточки, но уникальны они. Я уже все позабыл. Там, по-моему, были черешники, это сливы. Все уникально. Ну, стоило только открыть глаза и походить по Сызрани. Так же было. А в каждом городе крупном есть свой научный центр. А у них есть земля. А школьников привлечь? Ой, что я говорю? Хохот, как я раньше говорил, как с иронией, хохот в академическом зале. Вылез со свиным рылом, ну и лезь обратно в эту свинарник, Валерий Константинович. Никому это не надо. У меня сейчас они, косточки, лежат в холодильнике. Сейчас. Я не говорю, что они такие же вырастут. Хотели стабилизировать, но рановато еще с Еленой. Вот. Вот косточки эти у меня в холодильнике банки лежат. Ну, в середине января засыпь сырой. Свеженькие взойдут, куда денутся. Что потом? Землю 1,5 миллиона, чтобы прирастить вот этот участок. Сейчас, ага. Мне был один человек, который сказал, немедленно высылай, пенсионер, немедленно высылай 5 тысяч рублей. Давайте скидываться. Вот. На этом все. Я, естественно, запретил высылать. А вот про это скажу. Фильмы, кино эти надо снимать. Я каждый день снимаю 2-3. Вы мне прислали 6-7 тысяч. Вот. Мы практически уже, на девочка их отработала. Я, помните, та самая девочка-студентка? Вот с этого самого, ну, Абаканского колледжа. Вот эта девочка делает, доводит до ума фильмы. Поэтому, может быть, те же 100-200 рублей я не откажусь, потому что это не мне. Вот. А
каждый день 2-3 фильма. Плюс еще брат Юрий вебинар делит по темам. Это еще, в общем, у нас счет уже, по-моему, пошел на 1000. Вот так, ну что, давайте переходим к следующей теме.